На часах 7:45. На бобруйском филиале бабушкиной крынки вовсю кипит работа. Водители проходят медосмотр, получают путевые листы и отправляются на фермы за сырьем. На днях предприятие на 80% обновило свой автопарк. На смену отработавшим свой век машинам пришли 8 современных молоковозов. Сотрудники уже оценили преимущества комфортабельных МАЗов. Очень много электроники, приятной электроники, как то вибаста, подогрев, буквально несколько минут в кабине, в любые морозы уже тепло. Любой сугроб нам уже не страшен, потому что работает электроника, блокировка. Залог успеха любого продукта – качественное сырье и строгое соблюдение технологий производства. На бабушкиной крынке это правило соблюдается на все 100. В сутки здесь производят от 12 до 14 тонн отменного творога в различных модификациях и упаковках. Лодочки, брикеты и хит-продаж – пакеты по 400 грамм. Плюс сметана, сливки, молоко и коктейли. Ассортимент – порядка 3 десятков наименований. Филиал «Бобруйский» развивается динамично. Мы смотрим будущее, ориентированное на экспорт. В настоящее время мы произвели первую поставку продукции, стерилизованной, на Узбекистан в количестве почти 90 тонн и ждем новых заказов от этой страны. В списке покупателей также Китай, Армения, Казахстан, Грузия и Азербайджан. Первое место у России – порядка 90% экспорта. Наши соседи ценят белорусскую молочку за верность традициям и умение находить золотую середину в сочетании старинных рецептов и современного технологического подхода. Подтверждение тому – сертификат на право маркировки товаров знаком «Натуральный продукт». Такую маркировку может получить только продукция, которая прошла оценку соответствия требованиям стандартов в аккредитованных независимых лабораториях. Это соответствие гарантирует, что продукция, а также сырье и вспомогательные материалы, с использованием которых она была произведена, не содержат даже потенциально опасных компонентов. Белорусы подтверждают свой статус главных зарубежных поставщиков продуктов питания на рынок РФ на международной выставке «Продэкспо-2023» в Москве. Бабушкина крынка становится лучшим предприятием года и лидером по количеству наград – 43, и все золотые. Диплом победителя и у бобруйского филиала. Приза удостаиваются сразу два товара – ультрапастеризованное молоко и деревенский творог. И это как раз тот случай, когда по поводу непревзойденного вкуса действительно не спорят. Татьяна Горбач, Максим Галионко, Бобруйск 360.